Приветствую вас. Я думаю, что изучение проблем личности является важным именно потому, что как бы в современности остро стоит тема конформизма, тема фатализма, тема потери смысла жизни. Тема скуки, тема суицида, тема, когда у человека все есть, да, то есть тема гедонизма, гедонистическая тема, вот, фиксация на своих желаниях, на своих потребностях и так далее, чему способствует некоторые школы психотерапии, например, как психоанализ, допустим, ну, классический психоанализ, ортодоксальный. Вот, именно поэтому личность как бы встает на задний план, вот, теряет свою, ну, своей позиции, теряет свое значение, а ведь именно личность является, в общем-то, конечным как бы объектом всего, что происходит в жизни и всего, что, по идее, делается в нашем мире. Вот, и поскольку это как раз не совсем так, именно как раз, что есть вот такая, ну, такая трудность, вот, то встает проблема изучения личности, проблем личности и так далее, потому что как бы, ну, такая история. Вот. Вот, в принципе, такая вот история. То, что личность всегда была, ну, уязвимой, по отношению к государству, по отношению к обществу и так далее. Вот. И для того, чтобы мир стал лучше, нужно, чтобы проблема личности была решена. А проблема личности, значит, решается именно вот таким, значит, путем. Вот. Ну, то есть, работой с психотерапевтом, психологом, да? Вот. Надеюсь, что я на ваш вопрос ответил. Достаточно просто посмотреть историю, достаточно просто изучить историю, достаточно просто немножечко вспомнить историю любой, в принципе, страны, и сразу станет понятно, почему проблемы личности настолько важны. Вот. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.